Ну, наверное, песня следующая, которую я хотел бы спеть. Я думаю, что она будет созвучна песне, которую закончил Игорь Лунёв. Она называется «Тебя всегда где-то ждали, а сегодня нигде не ждут». Тебя всегда где-то ждали, а сегодня нигде не ждут. Тебя всегда где-то ждали, а сегодня нигде не ждут. И ты стоишь на тропе, как турист, забывший маршрут. Ты всегда был с кем-то, а сегодня ты остался один. Ты всегда был с кем-то, а сегодня ты остался один. И ты стоишь, как гора, посреди бескрайних равнин. Ты всегда был с теми, кто знал, куда надо идти. Ты всегда шел за теми, кто знал, куда надо идти. А сегодня тебе страшно, потому что никого впереди. И ты мне пишешь письма о том, как тебе плохо без нас. Ты звонишь по телефону, говоришь, тебе так плохо без нас. Но мне кажется, у тебя появился шанс. Спасибо вам большое, друзья. Следующая песня абсолютно юношеская, лирическая, про любовь и Москву. Вот он написал ее уже не в юношеском возрасте, она такой отложенный платеж получился.